финале играли друг против друга Ронни О'Салливан и Фан Джинни. И Ронни начал атаку в стартовом фрейме. Действовал Ронни уверенно, однако набрал 45 очков, допустил ошибку. В ответной атаке, правда, китайский игрок набрал лишь 6 очков, и Ронни О'Салливан довел дело в этом фрейме до победы. Во втором фрейме начал точно выдание удара Фан. Но, набрав 35 очков, ошибся Джинни, дав возможность для атаки Ронни О'Салливан. Однако тут ей воспользоваться не сумел, не забив синий шар в зеленую лузу, и Джинни за вторым подходом оформил победу во втором фрейме и сравнял счет в матче. Ронни О'Салливан начал с точного удара третий фрейм. Но, набрав 26 очков, не смог сделать выход и отыгрался плохо. Не повел атаку. Фан. Однако ошибся, набрав 57 очков. И Ронни получил отличную возможность выиграть третий фрейм. Но при выходе из синего сам себе поставил снукер, а в отыгрышах был точнее Джинни, и вышел он вперед на этом матче. На старте четвертого фрейма флюк упал у Ронни О'Салливана. И смог он повести на атаку. Здорово действовал Ронни, и за два подхода смог он оформить победу во фрейме и уйти на перерыв при счете 2-2. А вот в пятом фрейме повел атаку Фан. Однако, набрав 10 очков, оставил он черный в створе лузы. Вот игрыша ошибся Ронни. К столу вернулся Джинни. Провел несколько блестящих ударов. И благодаря серии 63 очка оформил он победу во фрейме и вновь вышел вперед в этом матче. Точен был дальний удар Ронни О'Салливан на старте шестого фрейма. Но, набрав 28 очков, ошибся Ронни. Вышел к столу Фан. Очень быстро он догнал Ронни О'Салливана, вышел вперед. И одним подходом оформил он победу во фрейме. Наши серии 78 очков, и Фан впервые в матче вышел вперед на 2 фрейма. Так далеко отпускать Ронни своего соперника не хотел и повел атаку в 7 фрейме. Однако, набрав 37 очков, допустил ошибку. И к столу вновь вышел игрок из Китая. Догнал он Ронни О'Салливана, даже вышел на 2 очка вперед во фрейме, но черный с точки забить не удалось, и фрейм все-таки остался за Ронни О'Салливаном. В заключительном фрейме сессии ошибся Фан в дальнем ударе, отдал атаку Ронни О'Салливану, и тот сумел
за один подход в серии 83 очка оформить победу в восьмом фрейме и уйти на большой перерыв при счете 4-4. Sullivan, 83,